На слова президента уже отреагировал мэр Москвы. Сергей Собянин написал в соцсетях, что главными принципами должны быть справедливость и защита прав людей. Включение в программу реновации будет добровольным с учетом мнения общественности, добавил Собянин. Ранее сегодня он как раз встречался с горожанами. И об этом репортаж Кирилла Брайнина. Квартирный вопрос, испортивший по меткому замечанию Михаила Булгакова не одно поколение москвичей, в последние месяцы актуален, похоже, как никогда прежде. Масштабная программа по расселению старых пятиэтажек, еще не успев начаться, породила немало споров и новых вопросов. Главный – куда переселят? Жители района Кузьминки на встрече с мэром задавали его чаще всего. Хотелось бы, вот мнение жителей, остаться в Кузьминках. Мы же осваивали Кузьминки, когда не было метро. Да. Мы сами все сажали. В старой Москве везде. Во всех районах есть стартовые площадки, и мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, остаться в районе 100%. Поэтому вот, в закон ко второму чтению мы внесем такую поправку, где пропишем, что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой. Многие на этой встрече говорили, когда полвека назад переезжали в эти дома из бараков, они казались дворцами. Но время шло, и построенные в расчете на 25 лет квартиры, простояв два срока, превратились для их обитателей в головную боль с текущими крышами и гнилыми коммуникациями. Они все в стенах, и грибки образуются не из-за того, что жители как-то неправильно эксплуатируют, а происходит свищение в межстенных перекрытиях, то есть вода начинает точить, и получается, соседи между собой начинают ругаться, хотя они в этом уже не виноваты. Ну, в этом еще проблема, что так как это годами происходило, сами стены уже потеряли свою стойкость. Они, по сути дела, их вода постоянно разъедает, там грибок возникает. Грибок, который даже если сегодня отремонтировать, к примеру, там, систему водоснабжения или теплоснабжения, внутри это гниль все равно останется. Московские власти, говорит Сергей Собянин, пытались провести в хрущевках капитальный ремонт, но в большинстве случаев это просто невозможно. Латать рассыпающиеся стены бессмысленно. Так и появилась программа реновации. Слово «пятиэтажка» быстро стало ключевым, и многие, насчитав и у себя в доме 5 этажей, испугались сноса, ведь пятиэтажки бывают разными. Я жительница так называемой «сталинки». У нас толстые стены, у нас большая хорошая планировка, 9 метров кухни. Естественно, у нас очень хороший двор. Нас интересует только один вопрос. Можно нас не включать в программу реновации? Нас никто и не включает. Никто не собирался включать. Живите на здоровье. Речь шла о домах первого индустриального домостроения программы, так называемых хрущевок. Таких домов не касается, насколько я понимаю, это дома там, индивидуальные постройки, кирпичные, с прочным фундаментом, хорошие, с хорошими стенами, да. Никто не собирается их переселять. В мэрии подчеркивают, лишней работы по расселению никто не ищет. И так достаточно желающих переехать. Конкретный список домов определится в результате опроса. И только так. Начнется он с 15 мая. Впрочем, и те, кому не жалко расставаться со старой квартирой, все равно волнуются. Что, например, делать, если она куплена в ипотеку? Никаких проблем нет. Да, у нас же большой опыт. Когда мы переселяли вот из первой серии 5 этажек, у многих, не у многих, но в части были заключены ипотечные договора, банки их переоформляют. Но что происходит, одномоментно гасится свидетельство о собственности по старой квартире, и одновременно выдается свидетельство о собственности на новую квартиру, осуществляется замена залога, причем новая квартира, она по рыночной стоимости выше, чем старая, и у банков никогда не возникало такие вопросы. Спрашивали Сергея Собянина и о том, какими они будут, эти новые дома. Примерно половина, по словам мэра, монолит, остальные панельные, но, конечно, совсем не такие, как строили раньше. Разрешаем только новые панели, трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной перепланировки. Плюс к тому, мы постараемся сделать отделку, даже
не эконом-класса, а ну, уровня комфорта. Чуть повышенный уровень отделки для того, чтобы просто могли уже свои квартиры спокойно переехать в новую квартиру, никаким ремонтом не занимаясь. Отдельная тема – благоустройство. Сергей Собянин говорит, этому вопросу при расселении уделят особое внимание. Современные проекты уже есть, и опыт тоже. В любом случае, в новых районах, которые возникнут на месте хрущевок, жителям должно быть комфортно. Это главный принцип новой программы. Кирилл Бранин, Наталья Сидорова и Павел Боня. Первый канал.